Ребят, всех приветствую. В общем, приходит информация по Челябинску. Там инциденты продолжаются разные. С ментами там инцидент произошел. Сейчас у меня руководитель, там Егор, опять пашет. Просто вот Челябинский, поддержите Егора максимально. Он сейчас там вообще опять на острие атаки, как говорится. Ребят, много идет информации вбросовой в интернет. У нас информация все-таки с полей, изнутри. Вот, поэтому пока каких-то прям скоропостижных выводов не делайте. Там ситуация очень напряженная. Мы работаем с семьей парня убиенного. Им уже от северного человека предоставили 300 тысяч рублей на адвоката, на поддержку. Дальше будем поддерживать. Но там сейчас начинается серьезная заварушка, ребята. Она уже будет нести политический окрас. Поэтому я сейчас не тороплюсь. Не тороплюсь каких-то делать выводов скоропостижных или какую-то информацию вам срочно кидать, чтобы вот вы знаете, мы в курсе, вы знаете, мы первые. Нет, ни в коем случае, мы по ситуации работаем плотно. Поэтому я думаю, что когда все вопросы будут разрешены, можно будет уже полностью вам рассказать, сколько там подводных камней. А там подводных камней, ребята, очень-очень много. Но в любом случае, как я говорил, своих не бросаем, чужих надо наказывать. Ну, здесь все, ребята, очень неоднозначно. Но работаем, обязательно все сообщу.